Привет! Сегодня делаю давно обещанное видео про книжки Дженнифер Арментраут. Расскажу, с какой серии, а у нее серии действительно много, лучше начинать, и вообще на что стоит обратить внимание. Начну с рассказа о серии Лаксены, которая у Дженнифер Арментраут считается самой популярной. Ее очень много сравнивают с «Сумерками», и первые несколько книг действительно очень похожи. Можно прям видеть, что канву писательница определенно брала у Стефани Майер. Но в целом серия развивается совершенно иначе, здесь у нас не вампиры, а инопланетяне, что уже какое-то разнообразие. И как вы видите, у меня здесь на руках 4 книги, но вообще их 5. И я сейчас объясню, почему у меня нет 5-й и, наверное, почему я все-таки даже не буду ее покупать. Про Дженнифер Арментраут часто говорят, что она начинает исписываться ближе к концу серии. И я это слышала не один раз от разных людей. И, в принципе, в целом готова с этим согласиться. Если первая часть была очень интересная, вторая часть, она еще давала какую-то динамику, третья часть уже начала потихоньку становиться просто скучной. И вы сами подумайте, здесь, грубо говоря, 2000 страниц у меня сейчас в руках. И история всего про двух персонажей. Очень тяжело удержать любовную линию, очень тяжело вообще удержать сюжет, не потеряться, не заблудиться и не выйти на что-то совершенно странное. А судя по тому, что я прочитала про 5-ю книгу, там все очень-очень странно. В общем, как летнее чтение, я рекомендую первые 2 части, и в принципе вам их хватит. У меня не было какой-то ломки после того, как я их прочитала. И просто напряжение потом начинает спадать, а это очень важно. Первые 2 книги очень классные, остальные под вопросом. И, если честно, у меня нет особого желания серию дочитывать, просто потому что все идет по наклонной вниз. Далее еще одна серия, из которой у меня на руках тоже только одна книга, это «Жду тебя», первая часть называется. Название серии сейчас не вспомню, но оно вот здесь появится. Вы видите вот эту красную ленточку, и этим, в принципе, все должно быть сказано. С этой книги стоит начинать тем, кто любит стандартные классические любовные романы. Это звучит очень странно, классический любовный роман, но так оно и есть. Здесь абсолютно устоявшаяся линия, как все должно развиваться в этих романах в мягких обложках. Единственное отличие — это молодежный любовный роман. Это то, что сегодня называется New Adult, когда классический любовный роман перемещается в молодежную среду, то есть когда героям 20-25 лет, и когда у главных героев за плечами есть жизненная драма. Это те 3 слона, на которых стоит данный жанр, и если вам нравятся подобного рода вещи, то, конечно, читайте, но в целом я была немножко шокирована, потому что я к такому не совсем привычная. Еще одна серия, из которой у меня тоже на руках только одна книжка, потому что первую я читала на букмейте, а до третьей пока не добралась, и сейчас объясню, почему, не знаю, доберусь ли. Первая называется «Жаркий поцелуй», вторая — «Холодные объятия», и третья книга только-только вышла. Первая книга вот просто конфетная, она держит динамику, она держит напряжение, она держит романтическое напряжение. Во второй части все идет вот просто, у нее каждая серия — это вот такой вот склон. Первая книга потрясающая, потом идет чуть-чуть менее интересно, менее динамично. Та же классическая канва, которую мы видим у Стефани Майер, Дженнифер Арментраут опять ее берет и делает из нее новую историю про горгулий и демонов. Горгульи — это такие штуки, которые сидят на сооружениях, на зданиях, вы знаете, что это такое, и здесь это такие магические существа, которые охраняют человечество, ну и демоны, соответственно, это понятно, кто такие, они из чертогов ада приходят в наш мир. Главная героиня наполовину то, наполовину все, как обычно, у нее есть 2 мальчика, которые борются за ее сердце и так далее и тому подобное. Кстати, в этом плане у Обсидиана, где он? У Обсидиана дела обстоят чуть лучше, потому что здесь нет такого яркого любовного треугольника. Возможно, его можно как-то общими чертами обрисовать во второй части, но если вы читали 4-ю часть, вы поймете, почему я не называю это любовным треугольником, ну просто язык не поворачивается из-за того, что произошло. Ну и понятное дело, в завершающей 3-й части героиня все-таки кого-то одного выберет. Но не получается у Дженнифер Арментраут держать напряжение. Например, у той же Колин Хоук это получается с каждой частью ее истории про тигра, потому что она не отпускает читателя в этом плане совершенно. У нее книги вот такого объема, а у Дженнифер Арментраут все-таки поменьше. Это не говорит о том, что она плохая писательница. Она наоборот, как по мне, это некий знак качества в этом жанре, конкретно того, что я держу в руках. Young Adult, New Adult, она знак качества, и она знаковый автор
практически во всех странах ее везде любят и читают. Но все-таки серии, на мой взгляд, это ее Ахиллесова пята. Ну и последняя книга, самая моя любимая, наверное, у Дженнифер Арментроуд, из которой я советую начать всем, в принципе, без исключения, это «Не оглядывайся». Возможно, там есть какие-то продолжения. Но если вы ее прочтете одну и больше ничего не будете читать из этого рода, то вам этого хватит, вам будет интересно. И вот эта черненькая штучка говорит о том, что у нас внутри драма-драма. Я не любитель таких вещей, но здесь это было интересно, здесь это перемежается с детективом. Детективная линия не очень сильная, но тем не менее, любовная линия очень хорошая. И все, в принципе, умещается в объем из 400 страниц. Дженнифер Арментроуд, тебе не нужно 5 книг, чтобы донести одну единственную мысль, чтобы соединить два единственных персонажа, которые и так понятно, что в конце будут вместе. Но тем не менее. Главная героиня потеряла память, и до того, как это произошло, она была не очень приятной персоной. И оказывается, что она замешана в преступлении, вся ее стертая память — это, как мы знаем, всякие психологические механизмы защиты и все такое. Коротко, по делу, хорошо в своем жанре, и в этом плане «Не оглядывайся» мне очень понравилось. Кстати говоря, у Арментроуд вышла книжка еще вот в этой алой серии, еще одна, и я ее не буду покупать по понятным причинам, потому что не фанат я жанра New Adult, где у всех драма и полно розовых соплей перемешку с порнографическими сценами, но опять же, если вам нравится, в этом нет ничего постыдного, я думаю, стоит обратить внимание именно на вот эти алые штуки. Вот, и на сегодня это все, пишите, с чего вы советуете начать Дженнифер Арментроуд, или что вы у нее вообще читали, понравилось вам или нет, или вы относитесь к этому автору, возможно, с предубеждением, потому что его имя сейчас слышно везде, ее имя. А я всегда ваша, пока!